30 декабря с раннего утра на центральной площади Эллакашхабль раскинулись торговые ряды, палатки, где ассортимент товара и сельхозпродукции был насыщен, цены были ниже рыночных. Как и в предыдущие годы, торговые ряды работали до 16 часов вечера, тем самым позволив всем жителям района без суеты приобрести все необходимое к новогодним праздникам. Стоит отметить, что на фоне растущих цен предприниматели нашего района пошли навстречу жителям и снизили цены до приемлемого уровня. Все желающие в этот день смогли приобрести не только свежие и вкусные продукты к новогоднему застолью, но и овощи, фрукты, мясо и кондитерские изделия. Всех порадовало разнообразие ассортимента товара и приемлемые цены.